Привет! Обратите свое внимание на рыбу, которая называется корюшка. Это вам не какая-то мойва. Если вы не знаете, как ее готовить, сейчас я вам это покажу. Рыбу необходимо выпотрошить и отрезать хвост. Также необходимо посолить. Конечно же, не забудьте поперчить. Да, и чуть не забыл, долькой лимона необходимо прокапать рыбу. А чтобы она в процессе жарки не прилипла к сковородке, нам необходимо повалять ее в муке. Да и к тому же будет хрустящая корочка. А спустя минуту переворачиваем. Смотрите, какой золотистый цвет. Перекладываем нашу корюшку на поддон и отправляем доготавливаться в духовку. Минут на 10. Достаем из духовки уже полностью готовый продукт и начинаем выкладывать на тарелку. Сервируем очень красиво. Можно даже сказать, что с ресторанной подачи. Ведь мы себя любим. Чего-то не хватает. Лимона. Он дополнит нашу тарелку. Кстати, такое блюдо можно приготовить даже тогда, когда к вам собираются гости. Уверен, они будут в полном восторге. От себя пожелаю приятного аппетита и не забудьте поставить лайк.